Всегда начинайте с того, что он попадает по палке. И попался только того, как он реагирует на вашу ситуацию. И так. На ваш удар. И так реагирует. Отпускайте палку. Отпускаю, но я потом беру эту палку. И je reprends le bâton. Вы делаете движение вниз. Vous allez faire un mouvement vers le bas. Узнать, сделали ли вы финт. Comment est-ce que vous allez savoir si vous avez fait le front flip? Это будет сюрпризом для него. Даже если он знает. Même si il sait que ça va arriver. Ну, я смотри. Même si il sait que ça va arriver. Но нужно сделать вид, внимание, чтобы он просто среагировал. Il faut bien attirer son attention pour qu'il réagisse. Если вы это не сделали, parce qu'il y a pas, s'il y a pas d'invention qui est assez. Вы не сделаете финт. Vous n'aurez jamais réussir votre front. После захвата внимания, это очень короткий финт. Après qu'on remplace, on prend attention. И вот палки, они глиссе. Потом глисс. А я прохожу внутрь. И мой же вон там интервью. Это арка снизу. Ладжба. Арка сверху. Еще раз. Я иду в него, а потом у него не остается времени. И мы туда прошли. И мы туда прошли. Я? C'est un mot beaucoup. Я держу дистанцию. Wow! Francis, merci, le jeu!